Кто меня встречает? Кто меня встречает? Кто? А где еще две собаченцы ленивые? Вон ленивая собаченция валяется жопой ко мне. Фрося! Фрося! Вот же ж это ж собаки. Вот еще одно тело лежит. Фрося! Ну что такое? Почему такое неуважение к хозяину? А? Кормим, кормим вас. А? Нас даже не уважают. Фрося, ну что за дела? Ну что? Ну, поднимись уже. Поднимись его. Поднялась. А ты что? Этот так и не поднялся. Ай. Ну. Может, встанешь? Не, не встанет. Не будет вставать. Так. Вот это легла тут же. Переместилась на другую часть территории. Да? Прося. Так целый день, скажи. Жарко. Будет жарко. Май, как в июле. А в июне будет, как в апреле. Такая у нас красивая яблоня в этом году. Охренеть, какая красивая. Будут ли яблоки, я не знаю, конечно. Сейчас града. Так хорошо бы градом, как всегда у нас. Когда все это цветет, хорошо бы градиком долбануть, чтобы точно ничего не было. Вообще хорошо. Благодать. Ну, джимолость уже. Вот. Только ягодков, где мы там? Не хотят фокусироваться ягодки. Ну, блин, никак. Вот они, вон там. Вот они, ягодки. Не видно, они прячутся. Ну, короче, много ягодков. Вот они. Знакомьтесь, это боцман. Смерть собакам окружающим. Так, это у нас... Так, вот это лежит красота неземная. Это у нас Фрося. Да? Это Фрося. Это у нас Гоша. Самый юный. Член команды. А вот это тело, это у нас Адриано. Адриано, он же Андрюша. Вот такая у нас охранная команда. Ночью устраивают тут. Они ночные сторожа, и сторожат в основном ночью. А днем у них отцепная. Днем они дрыхнут. Ну, не дрыхнут, а валяются. В анабиозе находятся. А ночью у них тут и жатва им нужна резко пожать, и хотят, и побегать, поорать так часов до двух ночи. Да, скажи, мы сторожа. Собаки замечательные, мы их любим.